Ну что ж, ребят, всем привет еще раз. У нас полуфинал Wicked Cup номер 436. Разыгрывается слот в квалификацию Star серии 15 сезона. И у нас встречаются команды 5 бомжей и команда EP1. Или по-другому Wolves и Knight. Не знаю, почему так. Но... Да, я комментил EP1. А? Я комментил EP1. А, ну вот. Тем более. У микрофона по-прежнему Незул и Ice Nice. Давайте смотреть. Продолжаем, ребят. Да, продолжаем. У нас много очень пауз, очень много тех лузов. Да, много ненужного. Итак, давай. Что, перейдем снова к банам? Ну, да. По стандартной доброй схеме. Бомжи отправляют нас. Бомжа, девовер, бам. Туда же отправляется Зевс, Коза и Герокоптер. Ну, а EP1 у нас отправляет бан Баншу, Инвокера, Дизраптора и, соответственно, Ланая. Давай я сразу же перечислю, кого у нас пикнули. Стоп! Рубрика! Да, потом только пик, согласен. Давай. Рубрика! Правильно. Подожди. Секунду, ребят. Моя любимая. Итак, команда EP1 или Wolves in Night. Их статистика на Старладере. 51 матч, 26 побед, 1 ничья и 24 поражения. Команда 5 бомжей. Это команда 7 статуса, у нее 311 матчей, 228 побед, 14 ничьих и 69 поражений. Так, сори, скайп, прости. Ну что, перечисляй, кто на ком? Ну сейчас, давай я туда. Уже пики-то. Да, у нас Air Spirit, Nature's Prophet, ПХ и Вивер летают в команды 5 бомжей. И у ЕП-1, соответственно. Да, ЕП-1. Венгал, Лондруид, Висп и Тини. Висп, Тини и Лондруид. И все это в одной катке. Вопрос, куда пойдет Лондруид и Висп, Тини. Ну, либо кто-то из них. Висп, Тини, скорее всего, мид, наверное, а Лондруид или на изи-лайн пойдет, или в харду. Ну, вероятнее всего, на харду. Я думаю, что фармить. Нет, нет, там Винга, скорее всего, с каким-то кэрри пойдет вместе. Ну, это тогда очень жадный пик будет. Нет, нормально достаточно. Ну, смотри, у тебя получается медведь, который... Ну, сегодня мало чем может. А так висп с тинником, они будут либо лесные стаки фармить, которые будут делать висп, или же будут просто летать по лайну, догнать. Тут два варианта. Я пока не предполагаю так. Да нужен какой-то быстрый кэрри. Какой-то... Что это может быть? Не знаю, но мне пока... А почему жадный? Лондруид достаточно быстрый. Висп Тини своим релокейтом тоже достаточно. Да и Тини сам себе быстрый. Так что не мне тут, нормально все. Нет, что-то мне не верится, что Лондруид пойдет сейчас. Хард. Что тебе не нравится? Ну если б Тини... Не знаю. Это будет реально очень жадный пик. Очень жадный. Ну вот совсем же. Ну прям какой-то китайский. Не знаю. Не китайский. Обостаток 2013. Китайский, он тупой, без драк, а тут драки спокойно возможны. Вопрос, в прошлых катках мы видели из этих четырех героев у бомжей только Вивера. А теперь будет... А, не, подожди. Два раза против них Вивер был. Мы Air Spirit видели. Да? Разве? Или против них. Нет, это Спирит Банни чаще всего был. О! Тут скорее вопрос, был ли Вивер за них. Нет, вот. По-моему, все эти пятеро героев вообще никого из них не было за них. По-моему, Вивер два раза был против них и два раза проиграл. Блин, не, слышь, это, короче, я не угадал. Хотя, тут, подожди. Тут, может быть, это скрытая какая-то стратегия? Тут жестко что-то будет. Это лютая катка, я, наверное, все-таки до конца захочу покомментировать, ребят. Мне надо было решил не уходить, да? Я думаю, я и докомментил, она довольно интересная. Пики заинтересовали, хочется ее до конца. Да, ладно, ребят, если кто-то там у нас сейчас смотрит, я частенько обновляю стрим, пишите. Если есть какие-то проблемы со стримом, тоже пишите, попробуем так, что-нибудь. А у меня стрелочка исчезла, Гейб. Береги мою стрелочку. Я вылетел, у меня стрелочку забрали. Так, у нас рубрика «Кто больше...» Нет, не кто больше, а количество вылетов. Вот, снова два. Я возвращаюсь. Еще я. Или ты меня посчитал? Не, а что, тоже вылетел? Да. Ну вот, видишь, среднее количество подтверждается. Я же говорю, у меня стрелочка вылетела.
Гейб, Гейб. Тревочку не хотел давать. Противный. Так, ну что, у нас реконнектится Бэхан. Я еще не подключился. Ну, недолго будет. Сейчас я быстренько гляну на тот матч, который я комментил у ЕП-1. Посмотрю, какой там у них был пик. Мне просто интересно. Есть ли что-то похожее. Сейчас глянем. Так, пик ЕП-1. Да. Самый забавный в той катке был бы. Не, ничего похожего не было вообще. А мне не хотят стрелочку возвращать. Гейб, верни стрелочку. Мы ж без стрелочки, на ощупь. На ощупь. Слишком жестко. Так, ну что-то не реконнектится у нас один из игроков ЕП. Ну, подождем. Чё нам тут 5 минут подождать? 2 часа ждать, 5 минут подождем. Это же у нас полуфинал, если не ошибаюсь. Да, это полуфинал. После этого нас ждет потный финал. Финал, который я точно комментировать не буду. Солянова будем, соляру да. Заливать будем. Ладно, ну что, все, поехали. Все у нас переподключились. Гейб стрелочку, надеюсь, вернул. Да. Все, Гейб. Вот как раз я только что подключился. Гейб молодец. Люблю Гейб. Ставлю. На Ладно, Гейб. Поехали. Все, начинается у нас катка. Сейчас посмотрим, кто у нас куда отправится. Да, все-таки отправляется у нас Лондруид в керри. Так я... Стоп, ты говорил, что он прет на харду? Я не видел бисмастера до этого, так что... Нет, подожди, ты говорил, что он прет на харду, да? Я не видел бисмастера. Все. Я сказал, будет винга и... Надо было на комонку спорить. Надо было на комонку спорить. Нет, слушай, я тебе сказал, будет винга и кэрри. Кэрри не было, значит, все, моя отставка, скажем так... Ты сгорел на работе. Ничего я не сгорел. Вон вообще два тангусика медведя заели. Панди. Банк, по-моему, это самый нормальный медведь, который есть вообще. Да, самый классный. Самый прикольный. Еще и скин на этого, на соснового медведя, знаешь, короче, такое рыло. Вот это, то форма, вот это толбанутая, боже, ты говоришь, что это за чучело вообще? А, когда у него это, что ли, как называется? Короче, из пасти такая слюни, да, текут? Да, блин. Это офигенное, вот это самые два крутых, то, что есть вообще. Ну, мое мнение, по крайней мере. Так, у нас вот это были нюансы, да. Так, ну что у нас, Тини Висп в миду, на топе у нас... Чё? Фури, Соло. Что? Эмбер Спирит Мид! У нас Бисмастер, саппорт. Винга... Друид в харде! Друид в харде! В смысле друид в харде? Подожди! А кто керри? А чё линия-то пустая?
На совпадение тут на веспа пытаются его убить, еще тычка, еще тут. Понял, дроид харде. Нет, стоп. Где мой гомункул? Где мой гомункул? Подожди, гомункул, подожди. Вот, все. Вот, бисмастер пошел на легкую. На изи лайн, фу ты. Друид харде, друид харде. Все, гони мой гомункул. Я не вырастил еще. Купи для начала его. Ага. Ну что, посмотрим, какой жесткий спирит у нас будет. Ненавижу спириты. Я думаю, не такой жесткий. С этими камнями, булыжниками бросается. Да, сам есть, и стан есть, и ульта жесткая. Это как Виверна. Вот это как Виверна. Да. У него все есть, понимаешь? Все есть. Ну смотри, у Виверны. У Виверны первый скилл, это 4 скилла в одном. Понимаешь? 4 скилла в одном. А, еще шарф замедляет у него. И у него все есть. У него есть все, понимаешь? Нет, у него все есть. У Виверны нет сала. Угу. Недочет. В этом она проигрывает. У него есть, смотри, у нее есть замедление. Она может улететь в эту... Да, в Магадан. Но. Она может замедлить им. Еще увеличивает рейндж. Чувствуешь? Тут у нас БХ развлекает. Он друида. Ему бы корни. Ну, до корней еще не... Что, сейчас после критульки улетит у нас? Все, походу, first blood. Не, запирать надо, все, запирает. Тут чубы. Вопрос, кто первый... Рор и... Слушай, БХ сейчас отвалится! Ладно. Ну, фура добил. Размен, в любом случае размен. Но плохо. Плохо то, что дали ФБ. Ну, по крайней мере, дали Винге. А Кейры тем временем его не будет. И плюс у него не будет... А нет, у него медведь все-таки будет. Ну, все равно слушай, это фейзи, больше. Блин, фура купился уже фейзи. Он сейчас будет реально лютый. Ну это же... Он еще барабан будет брать, не удивляйся. Не, а фура летит на бот, что ли? А, нет, это БХ. Нет, он просто... ТП-шку. Да, а он на мид вообще летит. Жесткий, жесткий фура прилетает в виспам просто сейчас. А сейчас, походу, еще минус тени будет. Посмотри, у него тычка, но у него фейзы. Площадь будет пинками, а нет, решил не призывать. А если бы он призвал пинков, они бы еще и тенька забрали. Ну, может быть... Так, нет. Он здесь на низу какие-то проблемы. Бисмастер что-то тут хочет под тавром. И бисмастера убивают, тычечка! А чего бы хаш ждал? Стоит такой в инвизе рядом, я себе думаю, убьет, не убьет. Ну это тумба под вышкой называется. Да, ну что, у нас здесь фура прилетел, разминает. Ну, понимает, что у него фейзы, надо вот как-то реализовывать свой дэмэдж. Ну а пока топ пустой. И ему здесь появляется... Нет, еще корней нету. Ну господи, когда эти корни появятся? Ну ты видишь, как фура играет? Он не пошел сидеть в лесу, он бегает. Это бегает, стандартный что-то. Добрый фурион. Добрый фурион? По всей мапе. Как Дед Мороз, что ли? Это мета, ё-моё. Другого слова не подберешь, это мета. Господи, это Винга, который максит стан. Не второй, не третий, а максит стан. Ну, по-моему, слишком много критики, да? Ну, стан, смотри, как бы. Я ничего не говорю, там достаточно много урона. Но один фиг он много оглушать не будет. А больше урона, мне кажется, даже... Блин, слушай, у нас раньше в мете было у Джиггернаута качать крутилку на единицу. Я вообще блевал от этого, честное слово. Ну, это просто китайский Джиггернаут был, который собирал момку. Угу. Только крутилку. Этот китайский Джиггернаут заразил всех. Это как Эбола, по-моему. Я тебе одно скажу. Мета всегда заражает. Просто по мете играет. Потому что мета-то что? Это то, это что сейчас самое сильное в доте. Да, крутилка на единицу Джиггернаута была самая сильная. Да ну. Тут просто люди подумали, что о, от критов-то так много можно носить дамага, а с момкой там можно еще больше урона нанести в ульте. Но оказалось, как крутилка все равно больше наносит. В итоге-то. Ну вот как Фуриона здесь подцепить? Пока никак, нету у него нифига. Слаб Винги только поможет, а так никак пока. В принципе, они улететь ему не дадут. Там, если что, Винга даст второй, если фур себя запрет, и первый. Так, у нас здесь попытка выйти... Баунти Хантера, а можно с виспом, камень пошел, надо залетать, стан есть, и минус. Да, даже без фури пострадается. Но, минус БХ. Так, то еще возможно и успеет зацепить из спирта, но... Ой-ой-ой, остается ему всего там 20 хп, а если бы он качал второй? Нет, не хватило бы, а вот я вот тоже про это подумал, а вот не если бы Винга качал второй, он бы его убил. Нет, там, она бы, он бы был максимум второго левела. Ну там, если побежал бы и добил бы. Не, тени немедленные. Смотри, вот у него 350, а у этого... А нет, сейчас он тисера уберет и будет у него тоже 350.
330 не догнал бы, но он так его догнал просто. Пришел и подкинул. Ну я не понимаю смысл спирита в миду, как бы. Нет, ну, достаточно сильно, вот если только левел, чисто. Ему артефакты особо не нужны. Он герой скиллов. Если он собирает аганим, все, это хана просто. Он просто любого человека выхватывает. Ну и аганим перетаскивает к своим, к своей тиме, которые их вновь. Аганим походу, последний раз Фурион, видел. Смотри, аганьга спиннет, нет? Ну а Фурион тут немножечко как-то загуливает, на самом деле, но у него есть ульт, есть. Немного хп, поэтому да, можно пробовать вылезать. Нет корней. Просто ба и пойдет под вышку. Ой-ой-ой. Походу так и есть. И не закрыл, но тычечка прилетает здесь эрспирит и. А, тут убивает лендруи, да, снизу убивает тут бесмастера. Но при этом он срубает и успевает там бу. Не бесмастера. Бесмастер, бесмастер убивает. А. Я говорю, ты смотрел наверх, я смотрел внизу, как стоял там ба, и должен был умирать бесмастер. Но он должен умереть от вивера. Двойная тычка и все. На дачу. Так, ну вот здесь у нас конвейер, здесь виспа опять убили. Снова и спирит. О, еще и взял ботл. Ну тут должны еще зацеплять финика. Хотя, если он. Ну сейчас убивает... Дженада будет, с Дженада ударить. И камень увернулся. Хорошо. И да, все. Надо отходить, но нет, спирит вкатился дальше, плохие камни. Попадает станом. Если бы попал убил. Если бы критулька у ВХ была бы, тогда бы не забрали, но так мало. Да, ну кстати, смотри, прилетел тинь. Висп, можно. А можно подкинуть же. Почему? А сразу это нельзя было? Да радиус, наверное, не доставал. Да ну там радиус вообще бешеный. Я не про старый скилл, я имею в виду вижен пропал от БХ. Просто диспу надо было в упор сразу. Ночь, вардов нету. Вообще, кстати, ни у одной команды нет вардов. Только сентрики ставят. Да, вот вижен, весь вижен команд. Йо, у медведя появились корни наконец-то. Сейчас будет на поинтереснее. Да, медведя сейчас надо попытаться этого Фуриона как-то убить, надо Вингу сюда. Ну, а это старый добрый вивер у нас. А, не-не, бог, я вспомнил, в самой первой игре был вивер, когда он собрал урну, помнишь, они там просто пушли быстро. В этот раз вивер кэрри, и он собирает себе персик. Так, у нас здесь выход на мид, пришел Undying, давно его тут не было, он 4-го левела есть, там был 2-го. Это должен быть минус 2. Ульт от Эспирита отличный, сал еще на них висел. Да, минус 2 и никого не убивает. Ну, у нас пытался он зацепить БХ, но не вышло. Разменяться не вышло. Видит Вингу, видит Вингу. Можно попробовать камнем ее сейчас зацепить. Держи камень. Вот камень. И это минус Винган. 3 да, в 0. Ну, я так думаю, еще и вышечка минус. Давай делай. Вот все. Давай ставки. А курик призвать пинков. Ну и все, это минус вышка. Давай куда? Делать ставки. За сколько закончится эта игра? Если так же будет продолжаться, 25 максимум. Блин. Что? Я тоже хотел сказать 25. Как ставить будем? Скажи 25 и одна. 25. Команды любят еще так делать, ну, на зло нам. Ладно, по игре, все, по игре, все. Хорош. Что-то 5 часов тут уже сидим. Да, у нас размен разменял. Так, тут еще на внизу убил профет. Бесмастер. Тем временем лондруид пытается скушать здесь маленько тавер. Но все плохо. Вот Netwars 4300 имеет вивер, далее 3800 у Тини и 3800 у Фуры. Пошел камень, залет на Вингу. О, трек появился, кстати, у БХ. Сейчас еще бабло пойдет. Ну все, сейчас начнет капать бабло просто по КД. Да, вот сейчас time to БХ. И барабаны, да, обычные барабаны. Осталось только мех купить. Все будет классно. Урна появляется у Баунти Хантера. Сейчас он себе ее принесет. У Вивера. Вивер хочет Селинку. Или Лотсор. Да ладно, да, смешно, Лотсор. Смешно. Хотя, в принципе, неплохо. Линка просто спасает, а Лотсор подражает. Пока бесмастер, выглядит очень невнушительно. Кстати, а вот интересно, а Лот Сорф работает на втором скилле Тини, считай? Такая и Винга, ой, и такой и Вис. Вдвоем, да, типа? Да, да, оба взлетают такие. Свап Винги, понятно, остается. Да Лот Сорф вообще просто такой зашкварный артефакт. Это классный артефакт, очень крутой. Вообще, пусть он в лоле там будет. Бесмастер, он тоже вообще клевый будет. Походу тут мог быть. Так, увидели Виспа, пошел Болдер и надо просто вкатываться. Вис тут точно минус будет. Отлично. Смотри, какую это грязь это делает и спидит. Господи. Сейчас он еще камешек поставит, и Винга бы умерла, но не успел. Оттолкнул его медведь.
Куда-то бежит Undying. Куда-то бежит Бисмастер. Бисмастер умирает, это уже минус 3, погоня за Тини. Сейчас еще и даже Тини мелить. Ну, куда он камни бросил? В который раз мимо, да, я только... Ну, он пытался БХ зацепить, как смотри, корни, корни наколдуй! Корни пройти, но это не бульдог. Он не умеет такое делать. Он просто читы не купил. Болдред хороший по троим, Андайн пришел, силушку высосал, и все, все равно. Если говорить про пан, то 4. О, вот и корни. Прошли корни по Андайнгу. Пройдет ли еще раз? Надо уходить отсюда. Ну, опять же, у нас Виз за эту минуту 3 раза, по-моему, умер уже. 0-7 у него. Свап, и Андайнг умирает. А, это всего лишь Андайн. Счет 18-6, в отличие. Да, счет у нас уже... Как просто бы это сказать? Бисмастер 0-4, Висп 0-7. Ничего. 666 золотых заработала команда ЕП1. И по преимуществу у нас 7500 идет команда 5 бомжей и по XP 4000. Ну, опять перевес. По нетворсу уже больше 10 тысяч, капец. Да, опять в одну калитку. Так, нападение на Бисмастера. Прилетел камень в лицо, и Бисмастер умирает. Не поддержали здесь его тиммейты, сигналит, мол, убейте же вы его, господи боже мой. Но никого нету. Я молчу про Радик, ну, здесь, а про Мидас... Ну, в принципе, Мидас 500 еще остается. Ну, вряд... ну, это конвейер, ну, это конвейер, Висп умирает, все, это конвейер. Ну, я тебе говорил про жадный пик, вот он, жадный пик, пожалуйста. Вот чем драться Лондруид? Ну, хорошо, Лондруид... должен был быть, потому что не Бисмастер. Все было более-менее, но Висп, Тинь у них так себе исполнение в итоге получилось. Они взяли еще более жадного персонажа. Так, ну как? Сейчас Финика просто с ульты Фуриона убьет сейчас насчет трека. Фуру, пускай ульту. Слишком долго думает. Они даже, смотри, комбу не могут сломать. Вот сейчас, ну все, смотри, просто конвейер. Просто медведь абуз. Медведь по одной хп отнимает, ну там бы их. Хотя обычный герой по две хп снимает где-то. Ну это 7.21, это какой-то совсем, ну, такой изи, если честно, ребят. Ну, правда. Ну, просто в одну калитку какая-то катка. 12 минут уже захвата ХГ. Да, 12 минута и просто снос. Ну, нет какой-то вот этой, знаешь, борьбы какой-то. Ну, вот прошлая игра, в принципе, мне понравилась. Там равные шансы у обеих были. Да, там равные шансы, но, наверное, вот это просто вот... Просто подкачал. Да, комбо-вомбо, то есть пик у них был сложнее в исполнении. У команды соперника 5 бомжей. Там пик был сложный, и его надо было исполнять, ну, не получилось. Ну, и инвокер не скилловый такой уж и был там. Ну, так. Да, ну, мазал. Ну, мазал. И, конечно, Войд там неудачные куполы ставил. Может быть, просто... Летал, подсало, и там... Все. Ну, не то чтобы... Нет, куполы он ставил там, когда... Вот они когда выиграли замесы, были ставил, хорошие. Да, но вот именно, что проблема в том, что он просто их не ставил. Он не мог. Ну, он умирал. Тини, кстати, убил профессора. Что там фур-то был? Ну, пушит. А, Фуры прилетел под пушкой. Так, ну есть нападение на медведя, Рор пошел в Вивера, но все, что как бы есть, больше ничего. Развал. Размен Фурика на всех. Да, ну что, это, наверное, ГГ, там уже просто... Ну, однако, Фурион-то забрали с Вивера. Просто они наглеют и лез под фонтан. А не надо, надо просто пушить. Ну, у Фурика, в принципе, неплохо, уже не красить первый. Из такого героя, который просто летал, мочил всех. Под статы собранные предметы, ну, уже появляется некраб. Хотя я бы собрал на дезолятор сначала. Если уж так пушит. Так, нам тут в чате написали. Куда, в Twitch? Ребят, что касается Dota TV, звук, то там, короче, какая-то у нас... У меня... Ну, я короче, я потом не включал, разберусь. Я не включал, потому что я... Я тоже Dota TV не включал, сори, ребят, ну потом, в следующий раз. Хочу, я не люблю Dota TV, боже. Можно было это без Twitch. Да, я включил. Просто уж в основном через Twitch смотрю, поэтому. Так, у нас тут опять стычка. Болдер, кстати, великолепный Питер просто. Выживает, Болдер. В принципе, на лоха по 200, но не выживает. Ну, минус винга, сейчас тут зомбики просто все так. Бедный Виз просто по КД умирает. Сейчас остается просто кинуть сюрикен, и он умрет. Камень, зомбики догрызли. Нет, тычка Вивера. А, не, на нем жук висел, я понял, на нем жук. Да, жук и зомбики грызли еще. А зомбики там, в принципе, дамаг не маленький. Сколько там у них дамаг, я не могу. Ну, когда они под энрагой, они хорошо. 33 дамага, достаточно неплохо. Посмотри на этого маленького зомбика, посмотри на него. Я же говорю, 33 дамага. Нет, посмотри на это шлемики такой. Как у тамбурага.
Не, ну пик как бы... спокойно выживает. Смотри, как бы когда ты берешь Тини Виспа в мид, ты должен брать какого-то керри, который в дальнейшем итоге у тебя выформит. Их нет керри, они пикнули без мастера. Керри у них не было. А Лондруид, он как бы совсем, его просто загнобили. Блин, Висп, ой, Тини просто дает дамаг, но нечем добивать, нечем. Ну все, это ГГ, мы поздравляем команду 5 бомжей с выходом в финал мира и будем сейчас смотреть финальчик. За 15 минут завершилась у нас карта. Я вам сказал одну фразу, но как-то не культурно будет. Да уж. Я могу ее начать, а вы там дальше продолжите, если кто ее знает. Как по ладошкой. Ну, я так думаю, вы поняли меня. Да, ну что, давайте сейчас мы посмотрим. Давайте посмотрим, есть ли у нас соперник на финал. На Висп 0-10, Фурион 9-1. Ну, тут все понятно. Да, Виспу досталось этой катки, но у нас по-прежнему сетка не обновлена. У нас здесь какая-то фигня. Ахварваря. Происходит, поэтому пока непонятно. О, тут типа немцы, которые циферка 5 только прошли вперед. Да, ну в общем у нас здесь маленько судьи чуть-чуть халтурят маленько сегодня. Да, вот, почти... поэтому не видим мы следующего соперника, так что давайте на перерыв уйдем.